несутся газку, каля лесу стану, у школе на поляну пар заважаю, у школе на поляну пар заважаю. Эй, приколи барами, я ты не подвязите, ты же не моя девчина, крути краля жить. Концерт сегодня очень прекрасный. Юбиляры сегодня выступали на сцене замечательно. Я хочу сказать, пожелать им и дальнейших творческих успехов, чтобы они дальше как бы росли, дальше улучшали свои исполнительское мастерство. И хотелось бы, чтобы они и радовали наших людей, и поднимали настроение. И спасибо им за свою, за хорошую творческую работу. Под ваши гордые аплодисменты на сцене народный ансамбль народной песни и музыки «Дураки». Аплодисменты! Ой, наносится моя мать, я вам такой рисуватель, там не нежно, не так обувает образ нашему коллективу «Примаков» прежде всего Божьей помощи, творческих успехов и долголетия, и прежде всего здоровья и успехов. Влюбился, влюбился, утеплю в эту дату. О, это модно, о, я тебе добра! Чую рот и смех. Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Народный ансамбль народной песни и музыки. Самое главное, треба починати. Мы приобрели очень много друзей. Друзей в том смысле не только вот на Луневщине, а именно вот российских наших вот, отдыхающих. Вот мы частенько. Польша, примаки. Да, очень. Мы познакомились с польскими примаками. Очень нам приятно. Как бы. Естественно, сегодня мы не смогли все как бы, показать, что мы можем, то, что мы наработали. Часу мало было. Очень много было поздравить, которые в гости приходили. Не дали нам возможности, как говорится, выложиться то, что мы можем. Но ничего, мы думаем, что у нас впереди концерты, так что, я думаю, мы покажем сразу, то, что мы сразу. А главное, что? Главное, сегодня вы сами бачили, это признание людей, да. Зрителей. Какие цели у вас на будущее? Работать. Вот подкресливаючи эту еще работу. Да, сегодня мы зараз будем трохи выходить на другой уровень. Это трохи менять направление, да. Але ж это будет белорусское направление. Да. Пока не скажем какое, но закрыть, да. Все это вы узнаете в ближайшем, мы думаем. Хорошо. Так спасибо, что до встречи! Класс!